В Великом Новгороде начал работу передвижной маммограф. Жительницы города смогут пройти обследование по выходным. Ежегодно в Новгородской области выявляется более 300 случаев рака молочной железы. Врачи напоминают, предупредить болезнь всегда проще, чем потом лечить человека. Женщины после 40 должны ежегодно проходить обследование. Они могут начаться и раньше, и позже, просто как-то с этого возраста начинают именно контролировать, потому что идут гормональные изменения уже у женщин. Статистика показывает, что в 90% случаев рак молочной железы можно вылечить при условии, что заболевание выявлено на ранней стадии. Теперь для того, чтобы пройти диагностику, не обязательно записываться на прием в клинику. Для удобства жительниц Великого Новгорода передвижной маммограф будет работать каждые выходные в разных уголках города. Первый выездной прием был проведен в Западном микрорайоне. Сегодня здесь появился маммограф благодаря тому, что были обращения граждан через общественную приемную. И получилась хорошая связка у нас, вот желание женщин, которым не очень удобно идти в поликлинику, и которые хотели бы сделать маммографию здесь, на территории округа, где они проживают. Связка депутатов, естественно, совместно с Министерством здравоохранения. Информацию о том, в какие дни и в каком районе города передвижной маммограф будет вести прием, можно найти на официальном сайте общественной приемной Дмитрия Медведева или в группе ВКонтакте.